Привет! Это Сталинская высотка на Котельнической набережной. Идем в гости к балерине Галине Улановой. Квартира находится на 6-м этаже. Меня заинтересовали маленькие двери рядом с входной. Я так понимаю, что это кладовки. Попадая в квартиру, вам выдадут тапочки с шерстяной подошвой. Каждый посетитель помогает натирать до блеска паркет. В коридоре представлены дорожные вещи Галины Улановой. Она умела носить одежду и всегда была очень уникальной. Большая гостиная. Большинство предметов мебели привезены из квартиры в Петербурге. Галина Сергеевна с трепетом относилась к каждому подарку, поэтому удалось собрать впечатляющую коллекцию посуды, картин, статуэток. Это небольшая проходная комната, спальня Галины Улановой. Удивительно, на какой маленькой кровати спала всемирно известная балерина. На фото Большик, любимый пес Галины Улановой. Его назвали в честь Большого театра. Небольшая статуэтка на тумбочке – это модель памятника, установленного в Стокгольме в честь Галины Улановой. Детское фото Татьяны Агафоновой, близкой подруги Галины Улановой. Во многом благодаря ей появился этот музей. Кабинет Галины Улановой насчитывает 2400 книг, а стены украшает работа одного из учеников. В этой комнате была спальня Татьяны Агафоновой. После ее ухода Галина Сергеевна раздала все вещи и мебель и закрыла эту комнату. Сейчас здесь представлена экспозиция личных вещей балерины.
Я очень давно хотела попасть в сталинскую высотку, и это моя немая радость. Холл высотки украшен барельефами и потолочными росписями, на которых изображены счастливые советские граждане. А в отделке жилых помещений и вестибюлей использовался мрамор, ценные породы дерева и цветные металлы. Светло, здорово, галочка стоит.